Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня представляю вашему вниманию новую акцию из магазина КБ. Вот, ну, не совсем акцию. Дело в том, что меня дезинформировали, сказали, новая акция, приезжай, там круто. Я приехал, а там не совсем то, чтобы акция. Короче, вот такая у меня коробка, вы спросите, слайм на аватарке, на превьюшке было другое. Совершенно верно. Такой здесь нарисован человечек, который в руке, типа, держит эту слизь. Тяни, сжимай, сколько захочешь. Представляю вашему вниманию... Чудики, липучки, игрушка, сюрприз. Я психанул, купил всю коробку. Сегодня попытаемся собрать всю коллекцию. Давайте начнем. Итак, что у нас первое? Игрушки, сюрприз, чудики, липучки, 3+. Кто делает? Продукция, чудики, липучки, артикул, материал, Китай. Так, тан-тан-тан, Гуанчжоу, Приморский край, Владивосток, электронная почта, изготовление январь 20-го, понятно. Использовать только под непосредственным влиянием взрослых, друзья мои. Ну что ж, у меня тут 20 пакетиков, давайте их открывать. А они, кстати, не очень хорошо открываются. Как-то крайне на любителя. Так, о, слушай, цена 20 рублей. И мы получаем вот такого зеленого человечка с носиком. А что он делает? Ну-ка. Ну, пахнет резиной, но вот такой. Прилипало, чудики. Опа! Опа, слушай, а прикольно, опа. Сейчас будем открывать еще и узнаем, что там еще. Так, какие там еще есть вообще вариации? Потому что мне коробку подсунули не от того, от чего я хотел. Ой, ого, что за такой здоровый. Слушай, ты смотри, какой пылесос, посмотри, морда у него с присоской, желтенький, крутой, 4 липучки. Слушай, ну прилипают они, конечно, очень круто. Слушай, прям нормально, 20 рублей. А вот так могут они поцелуйчики? Да! А вот так могут? Да! То есть можем налеплять сколько хотим. Офигеть, забавная фигня. Идем дальше. Мне нравится формат пакетиков и стоит 20 рублей, я считаю... О, повторка. Камон, грустныш какой-то. Я считаю, что 20 рублей за подобную историю может позволить себе любой... О, не повторка. Может позволить себе любой родитель, и это вполне адекватная цена. Но вот такой. Вот такой забавный, сделано как будто бы из пластилина, но это, конечно, резина, вот этот хвост, ну, видишь, да, конечно, качество прям видно, что, ну, 20 рублей, да, так оно и стоит, наверное. Вот, но прикол, а мы уже имеем 3 разных вида, но у нас пакетиков еще много, погнали дальше. Такс, что ты, кто ты? Ой, кто это, ребята, кто это? Напишите в комментариях, кто это такой, какой-то... Паук с 4 лапами, ничего себе. Крутой паучок, да? Паучочек. Идем дальше. Такс. Опа. А здесь... слушай, ну повторка примерно через один. То есть вроде один такой, другой такой. Повторок, конечно, будет много. Как собрать всех? Я дико не представляю, серьезно. Дичь какая. О, а вот тут другой. Ой. Слушай, ну они прям все разные, то есть это какой-то, ну это какие-то вот реально как будто из пластилина кто-то лепил, но очень похож вот на этого, длина шеи, да, но как будто разные, приколюха, вот, и посмотрите на размер головы, у этого маленького, у этого прям здоровая башка, давай еще, кто тут, о, другой, о, слушай, а где у них рты, кстати, смотри, у них нету почему-то ртов. Ну, вот такой рыжун. Ха-ха, приколюха. А я даже не знаю, сколько их в коллекции, поэтому будем надеяться, что мы собрали всю коллекцию. Вот так. Посмотрим дальше. Что-то он не хочет открываться. Давай, открывайся. Ну, сразу повторка. Повторку так я так не играю, ребят. Ну, так не играю. Ну, блин. Ну, тут прикольно. Может, отправить вам? Ребят, напишите в комментариях. Я... О, здесь какой-то здоровый. Их, в принципе, можно прощупать, но... Но не знаю. Это надо очень долго щупать. Ну, о, не, я думал, вот этот розовый, слушай, нет, отличается немножко цвет. Это такой ой, даже, смотри, даже уши. Ну, это слоник, это прям видно, что это слоник. Слушай, ну прикол. Они цепляются вообще? Да, смотри. Насчет цепкости, ну, конечно, не супер идеальная, но они прицепляются и спокойно вот так. Оба, крутые. Дальше идем. А, они прям вот так вот, то есть в ленте еще могут быть. Смотри, какая история. О, как. Та-ра-да-ра-да, та-ра-да-ра-да. А тут кто? Слушай, длинношея. А может, мы уже коллекцию собрали всю?
Прямо интересно. Давай дальше. Ну и что, серьезно? Снова моя армия прилипала. Вот такая у меня армия сегодня. Здорово, здорово, ребята. Прикол. Но опять же, это такая игрушка одноразовая, типа... Ого-го-го-го! Слушай. А, вот он даже нарисован, кстати, здесь. Да, нарисована эта гусеница. Вы только посмотрите, какая здоровая. И она, типа, она может коннектиться по замыслу производителя вот с этим. Чик, чик. А зачем? Зачем? Ну, на полочку их ставить, наверное, можно. Брать с собой, играть в машине, в дороге, в поезде, наверное. Но посвятить этому всю жизнь, наверное, и не стоит. Вот. То есть, в принципе, это такая штука, знаешь, на кассе просто взять, чтобы что-то взять. Знаете, ребенок все что-то хочет. Вот. С другой стороны, это получается дешевле, чем играть в аппарат. Ну, давай посмотрим. Коллекция. Моя коллекция. Моя коллекция. Ой. А, опять, ну, гусеница, конечно, реально здоровая. Офигеть. Гусеница прям огонь. Она прям здоровенная-здоровенная гусина. Гусина, блин. Офигеть. Опа, опа. Ну, слушай, повторка за повторкой, походу, мы собрали всю коллекцию. Я считаю, что вся коллекция. Потому что других я здесь не вижу никаких. Давай. Здесь какая-то странная, маленькая, что ли. Маленькая. А, вот это, наверное, зелененький. Да, этот уже, я уже легко прощупывается. Ну, вот такой. Нет, в принципе, фигурки прикольные, интересные. Но, опять же, собирать их, коллекционировать смысла я не вижу. Походу, мы, да, собрали всю коллекцию. Потому что одни повторки пошли. Да. Во. Во чё. Во как оно бывает в жизни. Ну, получается, сколько у нас всего в коллекции? Получается, слоник. Зеленый чувак. Рыжий чувак, синенький, красненький, вот такой, да? Какой еще? Лиловенький, желтенький, да? Все, что ли? Все, что ли? Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну да, восемь. Я думаю, что это реально вся коллекция, потому что, а, у меня будет две коллекции наберется, ну куда? Рыжий, синий, красный, зеленый, вот такой, вот такой, вот такой и желтый. Да ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получается, у меня тут две коллекции. Две коллекции и пара повторок, серьезно? Две коллекции и пара повторок. Восемь, восемь, шестнадцать, девятнадцать. Ну вот, слушай, мы, получается, собрали две коллекции. А, да даже если их больше, то... Ну вот этого вполне будет достаточно. Это не такие какие-то суперкосмические вещи, которые, знаешь, надо обязательно всю коллекцию. Да нет, так по угару купили, поставили на полку, поиграли пять минут и выкинули, по сути. А с этим, я думаю, можно вполне спокойно мыться, можно идти с ним в песочницу, можно поиграть в саду с этими штуками. Потому что, ну вот, гусеница крутая, гусеница прям здоровая, гусеница прям я познаю мир. Ну хорошо, допустим, хорошо. А, давайте представим, что это какие-то животные все-таки. А, желтый кто? Это, наверное, жираф. Скорее всего, очень похож на жирафа, да? Петен не хватает ему. Это гусеница размером с дом, блин, офигенная огромная гусеница. Это слон. Вот. Вот это кто? Красный какой-то. Полу... Вот так снеговичок, вот так, наверное, снеговичок, да? Полуснеговик, полу... Кто ты? Кто ты такой? Вот. Ну, вот этот рыжий и зеленый... Вообще, знаете, может быть, это какие-то бактерии. Это типа можно ребенку учить, что типа одевай перчатки, маску, и тогда бактерии тебя не съедят. Может быть, в таком формате, но не знаю, две коллекции. Давайте пишите комментарии, одну я отправлю вам, 8 штук вот этих вот. Одну оставлю себе. Вот эти три тоже оставлю себе. Вот, потому что, в принципе, они прикольные, они забавные. Все, всю коллекцию, получается, мы собрали. Я даже не ожидал. Но здесь, видишь, вот опять никакого ни вкладыша, ни брошюрки, ни какой-то истории. То есть никак детей не мотивируют их покупать. То есть я их покупаю для чего? Чтобы что? Чтобы мне прилипать куда-то ими. Ну, прилеплю я вот так двух. Хорошо. Это куда? Вот сюда куда-то. А вот это куда? Вот сюда. Ну, какая-то... Какая-то крепота, если честно. Не, ну смотрится забавно. Смотрится забавно, смотрится весело. Я, в принципе, ничего против не имею. Приколюха, прикольный, прилипал. Звук крутой. Кстати, если их клеить в машину, то они... А, я вспомнил, были такие в киндерах, точно. Прилипало в киндерах были в одно время. По Звездным войнам, у меня даже есть Йода. Если их приклеивать в машину, то они будут соскакивать. Друзья, вот такой был у нас ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Показал вам сегодня такую интересную штуку. Если это реально было вам интересно.
На этом сегодня все. С вами был Лучший Тучник Гамоша. Огромное вам спасибо за просмотр, за подписку, за ваши лайки, активность в комментариях. Пишите, кому-нибудь точно отправлю коллекцию. Всем удачи, всем пока-пока.